2000 хачунов, 300 литров айрана, лукумы, консервированные запасы на зиму, бесчетное количество питьевой воды, а также принадлежности личной гигиены, теплое одеяло, матрасы и все это и многое другое подготовили Совет старейшин республики совместно с кулинарным техникумом города Черкесска для бойцов СВО. Уже в ближайшее время машины с гуманитарным грузом будут в зоне спецоперации. Альбина Курачинова-Кенжева продолжит тему. Мероприятие началось с гимнов России и Карачаева-Черкесии. Присутствующим был представлен ролик о наших бойцах на СВО. Ни одна партия гуманитарки уже доставлена нашим военным. Каждый, кто участвует в данной акции, хочет помочь бойцам преодолеть трудности военной обстановки и быта. И надеется, что переданный груз поможет хоть немного облегчить ребятам сложные условия, согреть их, чтобы они почувствовали, что все их поддерживают и верят в них и в их победу. Кулинарный техникум во главе с руководителем, преподавателями и студентами говорят, невозможно оставаться в стороне, когда солдаты воюют. Нашим защитникам очень важны поддержка земляков, душевное тепло, забота и внимание. Мы вот заупаковали наши хачины, мясо сушеное заупаковали сейчас, айран заупаковали, компоты, соленья все заупаковали, приготовили. Сейчас ребята помогут нам. Очень старались все. Как вы считаете, какие чувства будут у бойцов СВО, когда они будут есть? Им будет очень приятно, потому что весточка из дома всегда приятна. Что им пожелается? Здоровья. Здоровья. Только здоровья. Будет здоровье, все будет. Не только родные, но и вся республика ждет наших бойцов с победой, живыми и невредимыми, поделился председатель Совета старейшин Карачаева-Черкесии Инвер Ардуханов. Бойцы нуждаются в нашей поддержке, и мы их не подведем, поэтому сбор гуманитарной помощи не останавливаем. Большое спасибо всем, кто принимает участие в сборе и доставке гуманитарной помощи нашим военным. Это у нас даже, я уже стыдно говорить, какую я уже машину отправляю. Не буду говорить, это даже Аллах видит. Я хочу сказать, под Новым годом мы действительно хотим детей там обрадовать. Потому что это дети наши в этом холоде, в этой бедной, действительно так же холоде, они стоят за нашу Россию. За нашу Россию. И поэтому мы обязаны им отправлять грузы. И пусть те, которые вот это готовят нам, все этот продукт, все это делают, спасибо им большое от чистой души. Гуманитарный конвой отправился сегодня в зону СВО поддержать военнослужащих и передать тепло родной земли. Посылки будут доставлены землякам и ребятам. В составе груза крупы, консервы и различные продукты питания, домашняя выпечка, хачины и дающий силу горский напиток айран. Альбина Курачинова-Кенжева, Мурат Джанкезов, Вести, Карачаево-Черкесия.